Утром 16 ноября в некоторых районах республики выпал снег. Белый покров укрыл деревья, траву. Снег остался на крышах домов и автомобилей. Кызыл и вовсе засыпало. В связи с обильными снегопадами на территории города организована снегоуборочная работа. С 4 часов утра город чистят от большого объема снега. Выводится около 38 единиц техники. Общегородские территории убирает регоператор, то есть МОБ-благоустройство. Специальная техника у нас работает с 4 часов. Это 3 КАМАЗа, 5 ЗИЛов и 3 трактора-подметателя. Также на улицу вышли 3 песка-разбрасывателя, которые будут разбрасывать песок в первую очередь по маршруту следования автобусов на автобусных остановках. Снег чистится повсеместно не только на центральной части города. Также придомовые территории многоквартирных домов убирают ТСЖ и управляющие компании. Также у нас достигнуты дополнительные договоренности по выходу 3 грейдеров, которые будут очищать дороги на ЛДО, на левобережных дачных обществах, на правом берегу и на Вавилинском затоне. Это значит, дополнительно выйдут спецтехника ГУП ЖКХ и ООО ДСТ. Сегодня основная работа будет завершена. Как сообщили в мэрии города Кызыла, высота временного снежного покрова составила 20 сантиметров. Поэтому на движение по дорогам, мостам, автовладельцам стоит обращать особое внимание, предупредили в госавтоинспекции республики. Однако только сегодня из-за снегопада произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. Это столкновение транспортных средств с материальным ущербом. Выпавшие осадки в виде мокрого снега и минусовые температуры в ночное время способствуют образованию гололеда. Местами туман и ухудшение видимости. Машинам на скользкой дороге затормозить намного сложнее, чем на сухом асфальте. Поэтому в этот период надо быть вдвойне осторожнее всем участникам дорожного движения. Помимо этого, в ГИБДД рекомендовали всем участникам дорожного движения быть внимательными и учитывать погодные условия. Госавтоинспекция призывает автолюбителей сменить летнюю резину на зимнюю. Кроме того, во время и после осадков необходимо снижать скорость движения автомобиля, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, стараться избегать маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения. Утром и вечером, а также в темное время суток, при подъезде к пешеходным переходам и перекресткам необходимо максимально снижать скорость и быть внимательными. В свою очередь, пешеходы должны помнить, что во время гололеда водитель автомашины даже на шипованных шинах не сможет мгновенно остановить свою машину, так как тормозной путь значительно увеличивается. Переходя проезжую часть по пешеходному переходу, необходимо обязательно смотреть по сторонам и убедиться, что водитель видит вас и готов остановиться. Световозвращающие элементы на верхней одежде позволят водителям издалека заметить пешехода. Инна Клоян, Буяна Юн, Кузыл 40 СРН, Тува 24.